Всем привет! Итак, сегодня у нас воскресенье, и мы с семьей едем на рынок. Рынок Растром, рынок с продуктами Полоп. Это лучший рынок, который находится недалеко от нас, где есть множество продуктов и антиквариата. Смотрите видео до конца, и там вас ждет розыгрыш. Так, здесь у нас продают мед. Мед, конфеты с медом. И все. Самое хорошее, что дарит людям здоровье. Здесь игрушки для детей. Конечно, нужно подписаться, поставить лайк и написать комментарий. Ремни, очки. Здесь, конечно, чурасы. Здесь корочки. Итак, продукты. То, зачем мы сюда приехали. Это здесь всегда дешевле, чем в обычных магазинах. А ну? Ну, супер. Шляпы сейчас нужны, пока у нас температура 37. Как раз. Тань, пока меряешь шляпу, расскажи, что почем по продуктам, что мы купили, почем. Мы брали авокадо. Авокадо здесь 2,50. Бывает иногда за 2 и за 5 разные цены. Потом мы брали огурцы. Есть огурцы обычные, испанские, но они очень невкусные. Они примерно где-то 90 копеек, 90 центов. Ну, мы взяли вот такие маленькие, ну, это считается типа маленькие. Они стоят 2 евро, но они больше как-то похожи на вкус наш. Потом мы взяли арбуз, по-моему, 40 центов за килограмм. Дыня одна штука 2 евро. И что мы еще успели? Цукини. Цукини тоже, по-моему, поеду. Мы приехали просто в конце базара, поэтому все уже разъехались. Мы все трое купили себе кепки от этого ужасного солнца. Наш канал создан, чтобы показать всем странам бывшего СССР, конкретно Испании, и самую ее лучшую зону – это Коста-Бланко. Все уже, можно сказать, сложились. Ну или только складывают свои вещи. Ну вот и все. Если кому-то будет более интересно это все, пишите комментарии, и мы тогда снимем вам более детально это все для общего образования. Сейчас мы решили прокататься по дороге в другой Растром. Идет по накрытию, он ближе к нашему дому, и заодно посмотрим, что там есть интересного. Не так, эта Растра находится недалеко от Ланусии тоже. Дон Кихот. Здесь большой паркинг. Едем. Идем посмотрим, что здесь. Если вам лично интересны какие-нибудь темы, напишите нам, и мы покажем это в следующем ролике, как это выглядит здесь. Итак, я буду показывать то, что мне нравится, и вы себе будете думать, что нужно вам. Здесь система для аквалангов, баллон и редукторы. Сварки, болгарки. Итак, мы ищем книжечку по валенсиано для сына, чтобы он читать мог. Так. Здесь все старенькое. Я
Дальше. Мясорубки кофе машины. Это серебро. Макс, знаешь, что это такое? Пришла мне прочитать. Вот это стихи. Давайте жди на достигать. Давайте знаете. Говорит, надо прочитать. Вот что ты постигаешь? Что мы сделаем? Здесь часы антикварные. Это китайская посуда, очень дорогая, ручная роспись. Tania, ¿esta la movió tú? ¿Esta la movió tú? Очень много всего. Кто знает, в этом толк. Для себя может найти все, что угодно. Так, здесь одежда. Это нас не интересует. Если у кого есть какие-то особые задания для нас, например, присмотреть машину или недвижимость, пишите мне лично или звоните по телефону под видео. Так, выходим отсюда, идем дальше. Так, у нас здесь вот такой дворик есть. Статуя Дон Кихота. И Санчо Панса. Итак, мы зайдем сейчас в зал. Где здесь от 50-го года до 80-го. Назовем ближе. Otra idea, pensar otro poco y otra idea, hazlo y pensarlo.
Шкафчики как красивые. Книга такая. Дальше у нас здесь что-то по-немецки. Вот эти штучки, думаю, хорошо в аквариумы, что ли. Тань, для чего такие замки? Аквариумы? Для свечей, смотри, разные. Может, это вообще как бутылка, да? Похоже. Так, дальше у нас идут вот такие вот стульчики. 150 евро. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Пишите комментарии. Я буду очень благодарен. Среди лучших комментариев мы разыграем 5 литров вина. Hold on. Здесь тоже все закрыто. Всем добра. Увидимся в следующих видео.